Самодеятельные коллективы «Урая» готовятся к главному культурному событию года. Так, после двухлетней паузы свою работу начинает фестиваль «Свежий ветер». Отметим, что в этом году конкурс народного творчества будет посвящен Году культурного наследия народов России. В нем примут участие коллективы предприятий, общественных организаций, учреждений города. На суд жюри они представят композиции, исполненные в различных жанрах, от народного и академического до оригинального. Лучшие из них поборются за звание дипломантов и лауреатов фестиваля, а также за возможность порадовать уральских зрителей гала-концертом. Как всегда, самые любимые наши жанры — это вокальные, очень много хоров в этом году у нас, много солистов в разных совершенно, и академическое пение, и народное, и я бы даже сказала хулиганское такое немножечко, есть и такие номера, очень много хореографии, есть художественное слово, и самый любимый народом жанр — оригинальный. Это тот жанр, где, сметая все жанровые границы, творчество бушует и плещется. И вот именно такие номера у нас попадают в эту категорию. Мы все-таки выдерживали карантины, но нет, и собирались. Потому что если не будешь собираться, ведь забудешь все. И зрители нас забудут. Поэтому, когда пригласили, что будет свежий ветер, вы знаете, у нас крылья выросли. У нас наши болячки куда-то все ушли. И мы, побросав все, бежим скорее на сцену.